Раванелли. У него повреждение колена еще в конце прошлого сезона. А вот опаснейший момент и первый голевой шанс для краснодарцев. Подача Рамирес. Скрепляется с мячом Краснодар. И удар по воротам. Евгений Городов останавливает этот мяч. И не мог сейчас посрамить это решение Евгений Городов. Да. Ну а сейчас все уже готово будет к замене. В этой паузе появится все-таки 47-й номер Краснодара на поле стадиона «Нефтяник». И тем временем сравнивает Краснодар счет. Вот так моментально. Удар издали, да. Здесь так мяч выскочил из скопления игроков. И... ситуации. А здесь маленький рикошет, удар. Ничего себе. Это Руслан Камболов. Казалось, мяч летит медленно. Но в итоге он едва не приземляется. Можно было просчитать любой ход мыслей своих партнеров. Снова ошибаются. Простой ситуации игроки Рубина. Шапи. В лицевую или в центр? Да, как ты и говорил. В центр. Камболов. Удар! Напорный полузащитник, но забивать он умеет. Такой мягкий, парашютистый удар, но при этом прямо в створ. Да, наверное, по делу мы хвалим Олимпиакос. Безусловно, удар тем временем. Угловой. Рикошет пробил Камболов. И вот мяч был близок к тому, чтобы залететь в ворота. Пас по флангу опять Петров. Он штрафной. Чуть-чуть не доработала передача-то была блестящей. Такое комфортное в три мяча было после перерыва. И все это преимущество растаяло. И Петров прострел! Еще один момент. Камболов, по-моему, мяча. И его мощнейший удар в створ. Да, очень непростой со скоком от газона. Каев штрафной. Дальше передача обратная от Рамиреса. По центру мяч летит вроде бы, но опускается. Неудобная траектория полета. Краснодара, где Стоцкий вместе с Рамиресом будут серьезно досаждать, рассказывал и Ларсену. Ари, момент еще один. Опять Кудемов на месте, не дают пробить Стоцкому. Но Шапи опять идет в одиночку, проталкивает мяч на партнера. Удар! Вот вам и Камболов, но это скорее был удар на технику. Да, и Мишкич возвращается на поле, и гул трибун. Краснодаре в адрес Мишкича. Вот хороший был первый партнер. Скидка, точнее говоря, но пробить-то никто не успел. Камболов сложно положить корпус, а вот отсюда в дальний угол, это в створ. Вставил мяч в штрафную, заброс на Вильену, тут явно сбрасывал мяч в центр. Ари, да, стал подрабатывать себе же, наверное. А потом Камболов нашел возможность для удара, пробил плотно.